Я считаю, что этот объект очень важен для общества. Вот почему-то. И руководить. Ну что-то я нашел время, как глава города приехать на это. Потому что здесь видите, какая пробка, почему долго делается объект? Потому что мы не компетентны. Что будем, какое решение? Мы директор уведомляли, что раз мы должны посылать за себя. Мы тогда уведомляли. А мы его за неделю уведомляли. И вчера. У нас сегодня в городе один из объектов самых важных. Смотрите, какие пробки находятся. Что вы долго делаете ремонт. Мне нужно именно с руководителем разговаривать. Кто полномочен вместо его? Иван, но на подъезде подъедет скоро. Вот почему такое? Пробки, Игорь Петрович, не только это наши. У нас тут есть светофоры, которые не задействованы и мешают. Вы себя начинаете, мы найдем светофор, мы вам спросить. Тебя у меня работает все соответственно. Вы вообще кто по долгу? Я начальник участка. Вот, почему здесь нет руководителя? Ждем должностное лицо, которое полномочено здесь отвечать на мои вопросы. 10 минут ждем, если нет, на субботу переносим штаб на 10 утра. И также генерального директора сюда будет. 10 минут ждем.